Всем внимание, не лага, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами мы играем сегодня Don't Starve Together. А кто такие мы? Это... Давай, говори тут. Хей-хей, всем привет, ребята. Привет. И Жека Дрожа. Это Жека Дрожа. И Настя. Настя. Да, и какая-то там Настя. В первую очередь, главное сейчас, посмотрите в описании этого видеоролика, мои зрители, конечно же, и там есть ссылочка, да. И там на семейный геймплей ссылочка прям на канал, у них много Don't Starve, быстро туда. А наши ребятки, мы вам хотим сказать то же самое. Давайте к Жеке Дрожи валим. Там много Don't Starve. Тем более, ребятки, вы всегда жалуетесь, что у нас его мало. А у меня мало, да, у них есть еще дополнительный. Ну вот. Да. Чё-то я подальше подойду, Жека. А то... Жека, заходи. У нас единственный... Да, мы тебя ждём. Я обещал, давно обещал начать вот, персонажа этого Дрожи. Наконец-то я за него буду играть. Спасибо Хантеру Криперу. Ваня, спасибо ему. Вот, наконец-то. Ваня, я буду играть за него, смотри. Я вижу палочки. Ребята, я вижу палочки. У нас не было в мире палочек. Что это такое? Откуда здесь палочки? Жене повезло с рандомом. Кусты с палочками. Тут юбочку мне предлагают одеть. Кустик. Меня тоже предлагают. Не надо, пожалуйста. О, тут есть самородушные камушки. Это стрёмно выглядит. О, это ты ей жахнула. Жека, ты просто... Я просто полдня сейчас буду выбирать. Я красавчик. И он бьет всех. Уже вечер. Ладно, я вот так. Да, уже вечер, кстати. Какой вечер? Вот они непослушные, они заспавнились. Фиг знает когда. А чё я в красной... Твою Макиавелли, я не... я в красной маечке. Так, а где вы? Я вас вижу. Я редиску нашел. Да, редиска. Только Жене редиски не давайте. Это мои редиски. Не, это мой мод. Это мои редиски. Зачем тебе редиски, Жека? Вот. Мне сжег цилиндр, ничего не знаю. Нет, не берите у него цилиндр. Так это не редиски, это картошка. Нет, написано редиска. У меня редиска. У нас редис. У меня редиска. Это редиска, Жень. Это картошка, как редиска. А, вот это, да, вот рядом, потата, вот, картошка, вот. И лопатой можно вот так вот. Я знаю, это редиска. Редиска моя, ну чё ты? Так, ребята, нам надо костерчик делать. Всё, я добываю уже камень, я уже помчался за ним, у меня есть кирка, самое главное оружие майнера. А я делаю топорчик и рублю дерево. Окей. Я не могу ничего собрать, передо мной просто как саранча. Все собирают. Я ничего не успеваю. Ой, все. Мы не специально. Просто надо было раньше заходить. Какой раньше, я говорил, с менюшки надо было начинать. Нет, какая менюшка вообще? Это вообще очень Настя. Женщина, отдай мне палку. Она начала. Ну ладно. Это Настя стопудово виновата. Лидонь, беги наверх. Сейчас я дорублю дерево. Короче, ребят, что, как решили, живем у портала? Хорошо. А тогда что надо? Ну, просто ресурсики сейчас собираем пару дней, а потом собираемся и там все скидываем. Да. В округе мародерствуем с факелами, со всем, чем можно. Главное, не жечь. У тебя времени есть? Хотя? Есть, но я не дам. Сделай кирку, разбей камень какой-нибудь и дай кремня. Да иди сюда сейчас. Я не могу забрать потату. Это надо копать ее. Лопату надо. Мы установили много модов, и, ребята, моды в описании, честно. Вот правда-правда. Да, вы тоже. Правда-правда. Обязательно. Чтобы было меньше глупеньких вопросов. Спасибо. Да. Они все равно будут. Скинь, пожалуйста, ссылочку скинь. Да. С какими модами вы играете? В описании прям ставлено, все есть. Скинь ссылку, лень двигать пальчиком. Нет, вы знаете, мне кажется, они просто так пытаются привлечь внимание. О, господи, мне ответил ютубер. Это просто трол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 о. Они тролят, так знаешь. Подожди, а вот это сыр? Так, ребята, факелы готовьте. Тут куча ягод. Лида, факелы готовь. Надо бы еще промониторить, есть ли возле портала утколосиха, вот. Ну, гнездо. Да, кстати, да. Есть, но не сильно далеко. Точнее, далеко. Господи, что это? Тогда отлично. Если вот слишком близко, то плохо. Далеко есть утка лосиха. Сейчас умереть. Гусь-олень. Не, я не умереть. Рыба еж. Гусь-лосось. Мне надо шкаф. Я случайно красную майку надел. Я на как-то это. Не камильфо. Знаешь, у меня тоже красная рубашечка есть. Мы с тобой брали. Ой, я нашла холодильник. Нет! Не открывай!
Не открывай! У нас мы... Нет, ходячие холодильники. Не надо, мы знаем. Мы три раза стрим пересоздавали, и три раза возле портала появлялся этот холодильник с сундуком с термометром, и три раза его открывали, хотя мы говорили не открывать. Ребята, вы знаете, мы таким образом смогли выжить зимой. Мы прям в первый день, у нас вот съемки, второй сезон Бонстарва был, и мы сделали себе зиму, и мы выжили. Это было эпично, пипец как эпично. Можно, мы просто на расслаболе играли и не хотели. Это Global Position вот. О, я Бифала нашел. Он работает все же, да? Да. А говорили, нас тогда не могли зайти из-за него. Да, неизбранные. Так, Ледонь, тебе мясо надо? Ну да, уже можно будет перекушить. Мы-то овощами можем попитаться. Вопрос к людям, да. Вообще всем, кроме Насти. Настя тоже люд, не в этом вопрос, в другом вопрос. Вообще. Говори. Крутите камерой? Нет, не имею такой привычки. Неправильно. Я в меньшинстве. Не делайте, это плохая привычка. Я просто уже потерял, где вверх, где низ, потому что если будете говорить вверх-низ, поднимите, не ко мне, я не понимать. Я всегда вертеть. А я заметила, да, на видосе, что ты часто вертишь камеры. Я думаю, блин, как он вообще не потерялся? Мне так удобно, ну и просто я уже забыл, где был вверх, вот скорее всего там где-то вверх. Я не кручу, потому что карту запоминаю. Ребята, есть, короче, уголь, так что я думаю, мы казан скоро сделаем. Да, делаем. Я нашел перекати поле, ностальги. Да только это не те, перекати поле, Настя, не те. Жень, я съел твою редиску. Как ты мог? Ты понимаешь, что все вообще рисколюбы в мире просто сейчас вот грустят. Заплакать. Да. Ребята. Как ты? У тебя не стыдно? Товарный. Не стыдно? Ну ладно. Я просто спросил. Ты знаешь, я в жизни рыжий, у рыжих нет души. О какой совести, о стыде ты говоришь? О рыжей? Совести? Да. Рыжая совесть. А рыжий... Комар! Мы точно отключили из перекати поля... Мне комар только что жахнул. Комар появляется, это нормально. Он меня уколол и высосал жизнь. Вот. Кровь. Жизнь и кровь. Высосал. Это образ жизни комара. После портала есть зимний, каменный биом, так что нормально. Давайте немного поумничаем. На самом деле пьют кровь только комарихи. Да. А комары... Совпадение? Нектар. Не думаю. Не думаю. Это точно. Так, ребятки, блин, не хватает, наверное, одного уголька. Сейчас я его быстренько сделаю. Делайте. Я тогда сейчас пойду делать машину научную. Отлично, ты уже золото нашла? Да, я говорю, каменный биом возле портала. Я уже кирку сделала, уже добываю все. Было бы хорошо, чтобы холодильничек. Так будет же, господи, Эбигейл скоро станет. Вместе с тобой сгоняем коняшки, я думаю, спокойно ее замочу. Тут два коня. Я вижу. И все вроде. А, и носорог. Вот. Шикарно. А ты стимпанк ты ставил? Да. Стимпанк. Но не увеличенное количество механизмов, а стандартное. Это... Так, сейчас у меня... Нет, сейчас я погоняю этого. Что ж? Механического. Жека, что? Погоняю. Ой, все. Каждый думает первый своей, да. Да, а что мне, таком подумал-то вообще? Не знаю. Здравствуйте. Просто как бы я механический, как бы. Погоняем механического. Гоняйте, да. Только получилось. Чувак, беги. Давай ты ударишь его. Настя. И давай. Оп. Да ладно, чё-то я нормально. Так, все. Я, короче, бегу вниз. Давай. Жек, у меня еще есть редиск. Ну, давай, еще. Бум, хорошо, красиво ударил. Не меня. Смотри, на коня. Там просто адреналин. Давай. Где там этот парень? Не знаю, ничего не вижу. Я добыл кучу ресурсов. Сейчас. На самом деле не кучу, но все. Я маленькую кучку. Давай. Ну, коня. Ну, промазал. Что ты как косой такой, а? На коня. Давай. Ты чё, один там? Да, я гоняю носорога по коню. По коню гоняю. Все поняли, моя детская психика. Пока не. Бум. Так, все, я здесь уже пришла. Эй, а ты что за портал поставила эту штуку? Да, повернуть. Потому что здесь вот не очень удобно. Видите, она еще закупорена воронка. Если разбить, там по вечерах же эти мыши летают. Что не очень хорошо. Давай. Ну давайте бум. Реально повернем. А тем более может, нам нужно сделать шестерен... Хорошо. Сейчас вот сделаем, думаю, научную. Давай.
Так, а Миша сразу... забацает камень. Агрся, агрся. Вы знаете, мне нужен камень. Камень? Круглый? Да. Вот, у меня есть круглый. А какой тогда костер ставим? Два механизма есть. Давай, который вот крутой. Давайте плоский, да, низкий. Вот Да, мы уже поставили. Высота. Мы лучше... А я сейчас голоду, ребят, умру, надо покушать. Не умрешь. Я сейчас уже сделаю все быстренько. Так, где у нас казан, ребята? Казан у нас в еде должен быть. Я думаю, быть. Пока два механизма хватит. Блин. Камушка нужна? Сколько? Сейчас скажу, подожди. И нет, не нужно. Ну тогда отлично. Так, все, три камня есть. Беру их в руки, делаю быстренько казан. А редиску можно в казан ложить? Типа как? Можно, это как овощ. Да, скорее всего. Ну, так же самое и каштаны березовые тоже. Я знаю одну хилку, которая делается там 30 или 40 хп. Поднимает, тоже неплохо. Эй, Миша, ты сейчас, что делаешь? Сейчас я тебе быстренько закину сюда. Так я хотела заварить сейчас. На, держи, вот это вот тебе. Ага, у меня есть как раз. Вот это вот тоже тебе. Жека, тебе редиску оставь. Не, я пока с едой нормально. Знаете, что, нам надо сундучок. Да, я сейчас пошла за деревьями. Так, будет, с этим модом дрожжей у меня тут есть одна фича, которую я должен пораздавать, потому что все равно это невозможно. Я это не могу. Он хочет цилиндр раздать. Нет! Вася! О, у меня будет ребенок! Не обращайте внимания, я Васю. У Лиды руки заняты, она подарок раскапывает. Yes, полубик! Ничего себе! Освободи! Поздравляю! Спасибо! Да. Не, сейчас я изодранный костюмчик одену обратно. Этот, и освободи у себя какой-нибудь слот. Давай! Вот. На, расти! Кидай. Вырасти своего гомункла. Отличная возможность. О! Это жиза. Ну, а ладно, я... Так, а чё она не бросается? Так, ещё одно деревце, ребят. Я вот сейчас дерево так уже 15 бревен. Нормально. У меня сейчас будет 12. Ребят, сажайте шишки, ладно? Да. Я вам дам шишки, вы садите как хотите, потому что у меня с этим проблема. Я рандомно сажу. Посадись. Я думаю, мы рядом где-нибудь замутим так. Держи. Сади. Это что это мне садить? Ночь. Садить, некуда садить. Топите, Жень, топи. Все топим. Одновременно, срочно. Так, кушайте, давайте, кто хочет покусить. Кто тут повар? Я повар. Все. Кто будет повар? Спрашивает повар. Да. Женя, дай мне тоже гомункул. Гомункуль потихоньку. Мне их три как раз было. Сейчас пожарю и съем. Да. Я не буду выращивать все равно, это невозможно. У вас есть рюкзаки или вам сделать? Мне сделай. Я могу сделать. Как звеньки сделать? Я могу сделать маленькая птичка или кролик. Ой, а что это возлетело? Сердечки какие-то. Что это? Миша! А что между ними сердечки? Это нормально. Это влюблённый Жень. Это такой прекрасный чувак. А что между ними, слышь? О, я что-то... Я тоже... Я люблю казан. Я люблю казан. Нет. Моя... Ты уже на кое-кого другого нацелился. Солнце, жена моя, побежали за мной. Я люблю казан. Сейчас, секунду. Мне надо ребятам приготовить покушать, а то они умрут без меня. Так, я сейчас вышел... Так у меня же вся еда. Надо холодильник золото срочно делать. Есть? Жень, ты убил еще? Мне надо 2 золота и 1 камень. А золото есть, Настя? Золото у меня нету. У меня есть. А камень? Держи, сделай нам, пожалуйста, по шлему и это. Сейчас. Палки-убивалки? Палки-вручалки. Палки и это... Щит. Не щит. Господи, шлем. Так, 3 палки надо, да? Получается, раз. Вась, Трись. Не обращайте, ребята, внимания, что мы сегодня тупим, мы все очень плохо спали, особенно палка. С Женей у нас. За который вообще не ложился кто? Спать. Что такое сон? Сон для слабаков. Пока ты спишь, враг качается. Так, Настя, ты куда ушла? Ты оставь, я пошла за камушком. Вот ты вреденька. Ну, так, ладно, надо кушать готовить. Семки? Слышь, Жека, семки. Жека, семки. Подожди меня, там остались еще роботы эти? Да, там железяки. Много их. Пойдем замочим. Да, может, не надо. Давай попозже. А что, вдвоем? Потом рейд сделаем. Ну, окей. Потому окей. Что там, ну, это да. Тогда я за камнем. Да. Лесок я высадил. Ага, вижу, там. Где камень. Понятно. Ясно, понятно. Ок. Мамонт нужен? Нет. Ну, мясо. Мамонт? Так. Мясо это хорошо, мясо это сытно.
Да. Не знаю, моя Абигейл пока не встала, так что будет сложно его замочить. Давай вдвоем попробуем. Кого? Хочешь? Кого? Ты, да. Ты хочешь рискнуть? А чё там? Да, мамонта? Ты его легко зубить, чё? А, попробуй его переагрить на себя. А, бумеранг? А откуда тебе ты возьмешь бумеранг без паутины? Откуда тебе это? Ну, убить пауков. Ладно, пошли за следом. Лита, ты шлем не сделал, да? Печаль. Пока у меня ничего нету. Мне надо это золото, чтобы сделать шлем. Печаль, печаль. Ну ладно, и золото камень. У нас будет еще. Камень. Все у нас будет. Но сперва всё надо убить мамонта. Ладно, на. Нужно мамонт. Запомнить одну простую фразу. Все будет, но не сразу. Не Абигейл встала, шикарно. И рассудов какашечку, да? Дай тебе цилиндр поносить. Не надо. Что особенного в Жениным цилиндре? Не говори, Настя. Попробуй надеть. Нет, спасибо. Ты видишь радугу. Иди к радуге. Да, я обниму тебя, да? Иди, следуй за радугой. Так, где мы потеряли след? Пробежал. Кстати, я могу, по идее, копать могилы, и мне пофиг. О, хорошо. У тебя что, совсем уже все плохо? Нет, у меня рассудок очень сильно восстанавливается со шляпой. Mm-hmm. Вон наверху. Но только давай. Когда со шляпой. Нет, выше. Еще не близко. Reddish. Вот. Нет, я лук нашел. У нас есть ветки. Все еще нет. Вон он, еще один след. Давай. Еще один, последний нет. Нет, не последний. Слушай, сейчас как гончая придет, такая веселая. На это очень мизерный шанс. Варк. После сотого, да, там 50 я на 50. Я бы не сказала, я тебе говорю, на первый день, как мы пошли за следом, сразу попался Варк. Он мизерный, но есть. Но такое может быть, ребята, мы тогда сразу к вам пойдем. О, все. Не. Где? Для этого надо ворочать камеру, чтобы видеть из-за леса, из-за гор, как говорится. Тихо. Гони. Его нужно загнать какой-то такой щель. Вот в угол, смотри. И не попался. Стой. Давай на меня его гони. Ага, гоню. Давай. Не попал. Еще раз. Давай на меня тогда. Уже вечереет, но ничего, нормально. Кажется, ночь собирается. А, попала. Давай. Сейчас. Кажется, у меня голод начинается. Ты откати 5 ударов и откади от него. Все нормально. Всё шикарно. Я могу дать тебе похилиться бабочками. Можно? Давай. У меня 12 здоровья, в принципе. Дома шестеренка одна есть. Close. На, держи. Я еще и молот подобрал, отлично. Думаешь, схавать шестеренку? Можно будет. Пока что хотя бы бабочками похилиться. Так, отлично. Давай еще добудем золотых камешков. Короче, мяса у нас полно, в принципе. У тебя сколько получилось? 6. И у меня 2 еще. С одного мамонта, по 8. Так, у меня есть один шлем, ребята. Отлично, мы сейчас еще золото принесем. И еще счет пособираем. Не, копии, мне кажется, зря делать. А вот шлемы это хорошо, потому что шлемы не накопишься в жоп свиней. Особенно, когда есть гениальный. Но это уже наша боль, вы это не понимаете. Там просто у нас было понты шкур свиней, и человек сделал свиной рюкзак из последних. И мы такие, что? А больше свиней в миру нет, и мы, да? Не, ребята, мы экономичные, мы обязательно все оставляем на темный день, поэтому у нас все всегда есть. О, это шикарно просто. А то, да. Мы живем по минимуму в Дон Старве. Да, мы шиковать не привыкли тут. На этой грани, знаете, прям. Эдакой грани. Ну да. Здесь нельзя шиковать. Нормально. А то потом придет кто-нибудь, попнет тебе по почкам. Такие будет. Я помню первый день, когда я играл еще в Don't Starve, в обычный самый, еще пиратку, еще, да, он только начал выходить, и я там проживал максимум, по-моему, 3 дня. Первый день я умер, потому что ночь была, и наступила ночь, я такой, кто меня въебет? Все умирают в первую ночь, мне кажется. Первый раз играешь, вообще не смысле, что делать в этой игре. Это разве не Майнкрафт? Ну ладно. Да. Не Майнкрафт? Да. Нет, что-то не похоже. Мы поклонники Майнкрафта. Правда, больше хардкора в Майнкрафте. Кто там? Замечательный человек-сосед, познакомьтесь с ним, ребята, да. Наши зрители уже с ним знакомы, и этот человек... Сосед.
всегда, всегда старается влезть в наши видео. Я не знаю, в чем причина. Может, он вас подписан на вас и прям мониторит. Может быть, у нас уже была такая теория. Но как он мониторит съемки? Да, это просто закон жизни. Подслушивает со стаканом. Возможно, возможно. В принципе, он одинок, делать ему нечего. А постучай, пожалуй, головой о пол. Вот так вот, да, вот так. Как это мило, у вас личный сталкер. Да, да, да. Забугорье это. Настя, кто-то мне обещал бился пяткой об грудь, как говорится, рюкзак сделать. Сейчас будет, но дай мне ресурсы. На. Ах. Так, ребята, что выкинуть? Ай, давайте молот пока выкинем здесь. Я собираю кучу камня. Ты факел не забудь сделать, чтобы... Я уже костер поставил, все в порядке, не переживай, мы выживальщики еще те. Я с факелом, Я побежала домой, у меня места нет уже. Вот, отлично, у меня как раз кирка кончилась, возьму в руки молот и буду стоять у костра, потому что у меня нету палочек на факел. Так, а кто-нибудь спокойно знает, где нет. Делается шкаф? Шлем можно? Шкаф. Шлем. А, и золото. Настя, не в курсе? Шкаф. Что ж, шкаф? Нашел. Где молоток? Нашел. Молот. О, спасибо. Лидонь, ты спасибо. Включи микрофон. Ага, я-то думаю, что меня не слышно-то? А, все потому, что ты отключаешься. Да это в том, что сосед. Кого-то мне это напоминает. Кого-то мне это напоминает. Нет, ребята, просто у Лиды микрофон достаточно чувствительный, и на видео это будет по-любому слышно, потому что этот человек стучит всегда. Потому что он прям надо мной стучит. Не, реально, прямо сейчас прям... Может, реально там молится и бомб. Три раза? Да, три раза. Не, на самом деле мы люди тоже, кстати, религиозные, но не настолько, чтобы так сильно лбом топиться. Я переоделся. Где мой рюкзак, женщина? Дай мне ресурсы. Что тебе дать? Травы? На травы. Вот без травы уже ничего нельзя делать, да? Чё ты ешь траву? Я ем, потому что хилиться надо. Здесь. Так, у тебя есть палочки чутка? Да, три штучки. Хотя нет, знаешь, я пойду, пожалуй, реально пособираю палочки. По всей видимости, у нас сейчас на четверых это будет палочки, дичайший дай. Дефицит. Палочки. А зачем ты мне кремень? Как ты прочитала мои мысли, что мне кремень нужен? Я ванга. Я думал, ты Игорь. 40 лет. Кого тебе? Кролик или маленькая птица? Давай птицу. Это же Вася. Ребят, вам... Рюкзачок. У меня есть уже обычный рюкзачок. Кого вам? Какой пожелаешь? Кролика или птица? Давай кролика, хочу кролика. А мне не надо. Так вот зачем? Это красивые. У нас тоже. Тима. Тима в Асесуале и Тима Лопоухих. Давай, да, кролика сделаю. Шестеренка, надо ее съесть. Да, да. Кэллио. Отлично. Есть ветки. Да, потому что я все ветки потратила. Ветки вот нету, я сейчас за ними побегу, ребят, только камень быстренько выложу и, пожалуй, сделаю это прямо вот сюда, в сундук. Сюда же выложу селитру. Надо лесок чуть подальше от базы высаживать, а то... А мы вырубим, чтобы не сгорело, надо будет, да, а то что-нибудь там... Летом переживать будем лето в подземелье, да. Все, но лето в подземелье, а как Лида будет есть? Спокойно. Просекли, что летом... Убиваешь пауков и грибы собираешь, все. Не-не-не, не в этом дело. Там же кролики практически везде. Или хотя бы. Мясо не обязательно. Вынесем есть. Все. Тефтельки, да. Тефтельки, допустим, разве они не агрятся на тефтельки? Вынесем их всех. Агрятся на все мясо, на мясо вообще. Вынесем их всех. Тебя прокачаем до лета на шестеренках, а Лида лечится за удары. Вот и все. И вы наши танки. Да, может. А я так буду пальцем тыкать, можно? Гуля! Да, да, Жек, ты можешь там где-нибудь вообще в сторонке сидеть, снимать просто тихонько так. И так, знаешь, на жопе сидит, коленки обхватил. Мне нельзя бить, почему? Они не пускают. Безумный робот, сумасшедшая женщина и призрак. Да. Почему я только один ее вижу? Просто потихо. Скажите, что вы тоже его видите. Какой призрак? Ты о чем? Ой, яйцо потеет. Чтобы яйца не потели. Игорь, успокойся. Нет, так яйцо одно, но это грустно. Ну, 40 лет. Откуда вы просекли, что меня зовут Игорь? По твоему голосу. По твоему голосу слышно, что ты Игорь. Точно, как я, блин. Мама сзади сказала: Игорь, кушать! А, да. 40 лет мне еще. Игорь! 40 лет! Прямо так сказали, 40 лет. Приятно познакомиться. Мама, уйди отсюда. Да, мешаю. Ну, мама, так, я же записываю.
Миш. Да, да, да. Если будет возможность, да будешь мне мясо, ладно? Уже два мяса добыл, и еще должно быть у Насти. Я поставила уже здесь всё в холодильник. Да. А, все, я нашла, я слепой просто. Я опять сожрала редиску прямо на камеру, ребят. Ну, это редиска. Как ты так можешь? Ты ешь-то редиски. Ты понимаешь, что? Я жестокий человек. Ну, а на редискоедах, я думаю, можно немножечко подзакончить сегодняшнюю серию. Да? Вот, да, да. В следующей серии вы увидите, чем же вылилось для Миши съедение редиски. Отомстит редиска ему в ответ. Через кое-что другое. Ни в коем случае. Да. Вы наблюдаете начало выживания. Я, кстати, нашел пауков. Начало выживания в Don't Starve Together с модами. Очень много ссылочек в описании. Не забываем, да, не спрашиваем. Да, ребята, кликаем. Нет, по поводу модов. Большая по вот аннотация. Все равно, без разницы. Ой, я же не Вебер, я забыл. Я привык за выборы играть. Вот. Да, с вами сегодня был Миша. Лида? Нет, я имел в виду, пока, дрожит. Вот я, вот это. Да. Пока-пока, короче, ребятки. Да, пока, Лида, пока. Да, пока-пока. Настя? Пока. Да, пока, и ребят. И Жека, да, все, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте писать свои комментарии, они нужны, да. Все, всем пока.